алқа отырысына қатысушылар, құрметті әріптестер, құрметті депутаттар. Орталық мемлекеттік органдардың алқа мәжілістерін өткізу аяқталып қалды. Бұл кездесулерде біз атқарылған жұмыстарды қорытындылап, алдағы мақсат міндеттерді айқындадық. Елбасы бекіткен стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды іске асыру жоспарын белгіледік. Қабылданған құжаттардың орындалуын құқықтық заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету бұл әділет министрлігінің негізгі міндеті болып табылады. Мемлекет басшысы үкіметтің әрбір мемлекеттік органдарының алдына өте ауқымды әрі нақты міндеттер қойды. Оларды іске асыру үшін бізге сапалы дайындалған заңдық нормалар қажет. Үкімет жұмысының тиімділігі әділет министрлігінің заң шығару қызметіне тікелей байланысты. Олай болса, депутаттық корпуспен тұрақты жүйелі жұмыс жалғасу тиіс. Баяндамада осы және басқа да бірқатар мәселеге тоқталып өтемін. Уважаемые участники, коллеги, важной основной и долгосрочной задачей Министерства юстиции является правовое обеспечение стратегических и программных документов нашей страны. Это обеспечивается текущим и долгосрочным планированием законопроектной деятельности. С этого года мы переходим на новый этап сотрудничества с парламентом, с партией «Нур Отан» в соответствии с концептуальным планом законотворческой работы на весь период работы парламента пятого созыва. Вместе с тем, данный план до сих пор не принят, госорганами еще не согласованы позиции, и здесь министерство должно занять принципиальную позицию и ускорить эту работу. Этот план позволит более системно и сбалансированно подойти к законотворческому процессу, а главное — объединить законодательные инициативы правительства, нашего парламента, партии «Нур Отан». Остаются вопросы и к текущему законотворческому процессу. Затянувшееся выполнение прошлогоднего плана законопроектных работ привело к обоснованным замечаниям наших депутатов. В целом, министерству следует, во-первых, разобраться с теми возникшими проблемами, которые мы знаем, выявить их причины и комплексно подойти к их решению. Во-вторых, скоординировать законопроектную деятельность госорганов и обеспечить качество законопроектов, а также снизить количество неплановых законопроектов. Теперь я кратко остановлюсь на основных направлениях деятельности Министерства юстиции и предстоящих задачах. В текущем году правительству на рассмотрение парламента необходимо внести 53 законопроекта. Особое внимание хочу обратить на качество их экспертиз. Мы кардинальным образом значительно, вы знаете, повысили оплату труда научных сотрудников Института законодательства. На все виды экспертизы выделяются достаточно большие бюджетные средства. Однако по-прежнему поступают нарекания со стороны депутатов на качество законопроекта. В прошлом году 14 законопроектов были возвращены из-за неаутентичности. Тогда сразу спрашивается вопрос, как они прошли экспертизу. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что качество экспертизы, включая и научную, является основной задачей Министерства юстиции. Требует внимания вопрос своевременности реализации законодательных актов. Госорганы приступают к разработке подзаконных актов зачастую после принятия основного закона. Необходимо комплексно изначально видеть, что совместно с законопроектом нужно, конечно же, разрабатывать и подзаконные акты. Их своевременность параллельной работы очевидна. Поэтому мы иногда отстаем после принятия закона и его реализации. Долгое, чуть ли не в те же сроки, что принимается законопроект, мы принимаем все подзаконные акты, что неоправданно затягивает исполнение этих законов. Отдельно хочу остановиться на правом обеспечении поддержки дальнейшего развития предпринимательства. Министерству необходимо продолжить упрощение административных процедур. Вы знаете, что в прошлом году, благодаря принятым нормам законодательства, было сокращено почти на 30%. Нам необходимо внедрить новые принципы в разрешительное законодательство. Следует провести ревизию авторского и патентного законодательства
нужно серьезно и значительно упростить регистрацию изобретений и патентов, по итогам достичь уровня стран ОСР. Все в наших руках, Берик Мажидович. Тем более есть конкретное поручение главы нашего государства. Требует дальнейшей модернизации уголовного и административного законодательства. В текущем году на рассмотрение парламента вносятся в новой редакции, ну, все мы об этом прекрасно знаем, это и уголовный кодекс, это и уголовный процессуальный кодекс, исполнительный и кодекс административного правонарушения. По блоку социальной сферы остановлюсь только на законе о профессиональных союзах. Президент нашей страны отметил, что требуется усиление эффективности социального диалога на всех уровнях. И необходимо своевременно и предметно реагировать на возникающие вопросы еще до перехода к этой проблеме. Поэтому нужен новый закон, который должен значительно усилить роль и место наших профсоюзов. Правовое обеспечение деятельности госорганов. Теперь ежегодная оценка по данному направлению будет вестись на всех уровнях. Основная роль будет возлагаться на органы юстиции. Необходимо не просто статистически оценивать их деятельность, а системно подойти к вопросу повышения эффективности правового обеспечения наших государственных органов. Полагаю, что от качества координации во многом будет зависеть итоговая оценка самого министерства. По правовой культуре много говорим, нужно серьезно им заняться. Почему? Потому что мы считаем, что в этом направлении, это одно из ключевых направлений деятельности Министерства юстиции, нам надо усилить роль органов юстиции, межведомственной координации, контроля за организацией, правильной организации правового всеобуча населения и, конечно же, пропаганды. У нас люди не знают или плохо знают законы, и надо вести разъяснительную работу, поскольку вот многие конфликты возникают как раз таки от незнания, элементарного незнания нашего законодательства. Здесь, на мой взгляд, к этой работе по повышению правовой культуры надо подключить наши неправительственные организации, саморегулирующие организации. Я думаю, что они здесь очень хорошо помогут. Особенно в вопросах правового воспитания наших детей и несовершеннолетних. Необходима дальнейшая модернизация органов правопорядка, требует реформы института судебной экспертной деятельности. Об этом много говорили. И на последнем совещании главы государства вы слышали, эти поручения имеются, их надо будет исполнять. По оказанию государственных услуг достаточно хорошо освещено в докладе было министра. Более 70% социально значимых услуг уже оказывается в электронном формате. Эту работу надо будет продолжить. Я думаю, что далее мы начнем работать уже над качеством электронных государственных услуг. Два слова хотел бы остановиться на нотариусах. Вы знаете, что в 2011 году был отменен институт квотирования численности нотариусов. Но информация такая, что качество от этого нотариусов не улучшилось. Более того, стало расти число возбуждаемых гражданских уголовных дел в отношении как раз таки нотариусов. Мы видим, наблюдается некоторое падение спроса в услугах нотариусов, но при этом проблема доступности их услуг по-прежнему остается, особенно в ряде регионов. По исполнительному производству нам надо ускорить принятие вот этих законодательных норм, мер по совершенствованию системы. Тем не менее, давайте мы рассмотрим, какие вопросы, в том числе и материально-технического обеспечения. Давайте посмотрим применение опыта международных судебных исполнителей, о чем мы сегодня говорили. То есть нам еще нужно будет, наверное, уделить особое внимание в реформе этой системы все-таки институту частных судоисполнителей. В завершение я хотел бы остановиться на представлении и защите интересов республики в судебных арбитражных органах. В целом задача министерства заключается в усилении аналитической работы, выявлении причин претензий в нашей стране, оценки перспектив разбирательства и, соответственно, участие в переговорных процессах. Достаточно неплохо эта работа ведется, но эту систему, эту работу, вернее, тоже надо будет совершенствовать. Нам еще необходимо усилить координацию работы и привлечение юридических консультантов международных. В целом, уважаемые коллеги, перед Министерством юстиции достаточно много
важных, серьезных задач. Ответственность за их исполнение достаточно высокая. Коллектив способный. Грамотные юристы собрались в министерстве. Уверен, что вы справитесь с этими задачами. Успехов вам. Спасибо.